Вас интересует недвижимость в Келоуни? Посмотрите, какая у нас красота в ноябре месяце. И давайте посмотрим, что у нас происходило в реал-эстейте за последний месяц, за октябрь 2024 года. У нас заметно увеличились продажи после понижения процентной ставки. Продавцы сегодня скидывают до 5% от первоначальной цены. Чтобы продать, в среднем занимает 70 дней на рынке. Ну и по ценам. Средняя цена отдельно стоящего дома увеличилась на 36 тысяч долларов по сравнению с сентябрем 2024 года. Что касается квартир, то квартиры составили 489 тысяч долларов в среднем. Цена на таунхаузы составила 715 тысяч долларов. Цена на мобильные дома составила 286 тысяч долларов в октябре 2024 года. Если вас интересует покупка или продажа, хотите квартиры, дома, земли, звоните, пишите, я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Сделаю оценку вашей недвижимости, если вы подумываете продавать. И, конечно, отвечу на все ваши вопросы. Сколько это стоит? Как сделать это правильно и просто для всех, без ошибок? Сделаю все возможное, чтобы продать это быстро и легко. Всем удачных сделок, ваша Ирина Мирзовский, риэлтор с 2006 года.